Вот. Реально. Так. О, не-не-не-не-не-не-не-не. А вот это ушло. Насколько тебе повезло иметь друзей? Вы можете думать, что у вас больше, но в среднем у человека 3-5 близких друзей. Вероятность 99%. Даже 99.7. То есть, получается, вероятность поиметь друзей 99.7%. То есть она настолько высокая. Ноль. Да-да-да-да, по пизде. То есть ты хочешь сказать, что ты тот самый 0,3, или как там получается? Это ты, да? Быдло ты ебаная. Настолько ты уникален. Можно потише. Количество вводимого вещества мало, что делает его гораздо менее опасным. Кто это, блядь? Павук? Не болел Охуеть, то есть я, получается, вот эти вот, ну, можно сказать, почти 3%. Нихуя. 2,3. Это я. Это я. 4 конечности? В смысле, вероятность 97? Подожди. Чего, блядь? Вероятность 97%. Чего, блядь? Заиметь 4 конечности, вероятность 97%. То есть, получается, почти каждый первый рождается, то есть я уникален, у меня... А, подожди, стой. Частота 110. Я смотрю на картинку, и здесь, блядь, чел нарисован, у которого... Я смотрю и думаю, речь идет про него, что, типа, люди вот так вот рождаются, типа, вероятностью в 97%. Я такой, чё, блядь? А, сори. 4, а не 8, долбоёб! Фраза неудобства, 100 рублей. Чего, Хес, у тебя есть желание слететь? Слететь с планеты, либо стать духом и жить вечно, и боишься ли ты смерти, так как все смертные, или же думаешь, что ты другой от остальных? Что, ебанутый совсем, что ли? У меня есть теория. Вселенная не бесконечна. И когда ты попадаешь за границы, там вот это. Ссылка удалена. Даже, блядь, страшно... Даже страшно включать вот это. Так, по поводу боюсь ли я смерти, блядь, естественно, нахуй. Так. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. Бля. От тебя воняет говно, я отсюда чувствую. Закрывай, закрывай видео, иди нахуй. Друг крутой, а ты лоханулся, сука. Да, а после этого... Вот это, блядь, появляется. Выбор, нахуй, что дальше смотреть. И все, и у тебя как бы такая получается зацикленная уже жизнь. Ты просто как бы по видосам, нахуй, прыгаешь. И там кринж ТикТока, там... Вот эта хуйня какая там, нарезки Хесуса, блядь. Вот. Ну да, это стрёмно, это, конечно, стрёмно. Ты умираешь, и потом где-то просыпаешься и такой... И все, и пиздец. И такой, ебать! Так, выжить в авиакатастрофе. 95% вероятность. Подожди. Нихуя себе, то есть 5% вероятность, ты как бы 5% того, что ты сдохнешь. Не выживешь. Чё-то дохуя 5%. 5% это слишком дохуя, на самом деле. Извинитесь. А Вова. А Вова, блядь. О, Форум, спасибо тебе за переподписку в 45 месяцев. Анечка, здравствуйте, давно не виделись, привет. Здравствуйте, привет. Всем привет, всем рейдерам здрасте. Спасибо за рейд. Так вот. А я что говорил? Ну, я и говорю. То есть, вы понимаете, вы помните, да, мы Гунгнир крафтили с Вовой. Там 10%, то есть на 5% больше. Тем не менее, один разочек из 5, по-моему, тогда. А, нет, мы тогда 20% брали. Или 10, сколько было-то? 20 вроде было, да? Бля, нет, тогда ладно, хуйня. Ну, на стримхате, например, было 10%. И за 8 раз не выпал козел, блядь. Ладно, похуй. Выжить
В автокатастрофе 90% вероятности. Пережить удар молнии. 90%. Пережить сердечный приступ. 80%. Да что за хуйня? Таким образом можно что угодно пережить. Иметь электричество. Уметь читать. Ходить в школу. О, блядь. То есть 20% не ходит. Пережить цунами. Ты сколько раз в авиакатастрофу попадал? Бля, ну... На самом деле, если так говорить, ноль. Но! Сколько было моментов, когда чуть не попал в эту катастрофу? Такие, кстати, были. Реально были, блядь. Реально. Ну, по ощущениям, мне казалось, что все, пизда. Не выжил, кстати. Так вот, по поводу авиакатастроф. Турбулентность это, ну, такое. Самое неприятное, когда при посадке самолет начинает туда-сюда, короче, хуярить. Вот, и я помню однажды, когда, ну, у нас была уже посадка. Самое неприятное, когда через облака начинаешь, собственно говоря, садиться. И там не то, чтобы его трясло, этот самолет. Он как бы снижался, и тут он резко просто начинает падать. Ну, знаете, как будто какая-то была воздушная яма, и он в нее провалился. То есть ты летишь, и вот, знаете, свободное падение. Он просто, фух, блядь, вниз так. Ебать, там все обосрались в самолете. Все таки это было очень неприятно по ощущениям. Вот, есть такой аттракцион. Аттракцион, точнее, как это, карусель, блядь. Вот, когда в парк аттракционов идешь, ну вот это, блядь, свободное падение. Это просто падаешь вниз. Вот, и вот такая же хуйня произошла. Было неприятно. Ага. Вот. За рейди, гоу рейд. Ребят, попозже, можно? Потом как-нибудь. Я сейчас хочу видео посмотреть, я не хочу рейдить. Попозже. Вот. Ну да. Урони телефон, не разбить его. Видите, да, вот это, ой, кто? Это чехол. Блять. Снимаем. Сыпется нахуй. Пиздец. А что сыпется-то, блять? Охуеть, он у меня разваливается. Ебать. А вот это вот под чехлом скрывается. Ёбаный, сука, рот, блядь. Тут прям целая куча, вон, видите. Этих каких-то, какой-то стек... Ебать. Вон. Но вам не видно. Ой, блядь. Ай, короче, тут мелкие вот эти вот штучки от него, вот. Видите, да? Блять! У меня все теперь в этом говне, блять. Рассыпался айфон. Блять, куда бы мне это. Да блять! Ай, короче, я просто его засунул обратно и все. Ужас. Ужас, блять. Ой! Ой, бля. Все, нормально. Вот так ты живем. Какой ешь? Кого ешь, блядь? Господи, ёб твою мать. Целуй. Пой. Ща. Оба родителя были живы в детстве. Своя кровать. Нет, блядь, чужая. Около 400 тысяч детей делят кровать со своими братьями и сестрами или родителями. А как это происходит? Кушай 3 раза в день. Ха-ха. Ну да, блядь. Доступ к чистой воде. Нет, блядь, грязный. Не одинок. Нет, блядь, одинок. Свой дом. Нет, блядь, чужой. Свой телефон. Нет, блядь, чужой. Доступ в интернет, блядь. Нет, блядь, в интернат. Жить в городе. Нет, блядь, в деревне. Блядь, увидеть падающую звезду. Нет, блядь, пизду. Не носить очки. Нет, блядь, носить. Сколько? Чего? Подожди, стоп. Не носить очки? Вероятность 25%?
Подожди, то есть вы хотите сказать, что людей, которые носят очки, большинство. То есть их больше, чем тех, кто не носит очки. Да ну нахуй. То есть слепых больше, чем зрячих, что ли? По-моему, это ненормальная ситуация, я считаю. Да ну нахуй. Это какая-то эпидемия плохого зрения, я считаю. Ой. Своя машина. Ой, бля. 19%? Свой велосипед 10%? Достать игрушку в игровом автомате 6%. Ага, бля, например, на том японском сайте. Ну да, ну да. Увидеть носорога. 4%. Увидеть северное сияние 1%. Ой, блядь. О, я когда-то был вот в этом вот, скажем так, проценте. Дожить до 100. О, это я уже в этом проценте тоже. Свой бассейн. Встретить королеву. В скобочках стримершу. Свой гидроцикл. Лететь первым классом. О. Ну, к сожалению, мне пока не приходилось. Я же не варпач. И даже не вилсаком. Свою лыжную шале. Быть миллионером. Ну, если говорить про валюту, доллары, евро, то, к сожалению, мне еще до этого далеко. Да даже если про рубли говорить. Водить Ламборгини. Подожди, в смысле Ламборгини? А разве не Ламборджини? Иметь пластин... Что? Чё за пиздёж? Нет? А, ну ладно. 0057... Что? Реально? То есть я? Да ну бред, хуйня какая-то. Здравствуйте, Алексей. Посмотрите этот видео. Форч, двач, какой логотип, чей это? Личный самолет, пиздец. Смотрите, какая вероятность вообще иметь личный самолет. Ага. 0-0-0-5-8. У меня есть... Ааа, конечно, блядь. Донат пропустил. Привет, можешь поддержать девушку Катю, у нее сейчас трудный момент в жизни, спасибо. Так что, девушка Катя, не унывайте. Вот. Всего лишь за 100 рублей, ребят. А ваш бы психолог какой-нибудь 10 тысяч бы за это попросил. А я считаю, бесплатно. Личный остров. Кого, блядь, на Багамах есть частный остров, который стоит всего 225 тысяч долларов. Да ну. Реально? А... Шо, ребят, купим? У нас будет свой личный остров, прикиньте, да? Стример со своим островом. Ебать. Какую там стримхату можно... Стрим-остров можно сделать. Жить во дворце. Пфф, я так понимаю, сюда только Путин попал. Кто это сказал, нахуй? 0-0-0-0-0-0-1. Побывать на Южном полюсе. Что, блядь? Побывать во всех странах. Выжить... А, ну тут этот... как же он, блядь? Лебедев, да? Вроде он во всех странах побывал. Выжить после выстрела в голову. О, блядь. Побывать в космосе. Нихуя. Выиграть... Ой, чё? Выиграть в лотерею. И это такая вероятность выиграть в лотерею? Охуеть. 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 Даже не знаю, что и думать про это. Г думать. Ну, нормально. Так, ладно, что у нас там? Привет! Дальше?